Привет всему Ютубу, вы на канале обзор от Елика, и как всегда с вами я, Елик. И сегодня я делаю такое видео, в котором я расскажу, как надо спастись от 1 сентября. 1 сентября это не только всех 1 сентября ассоциируется со школой и школьниками. Да, я понимаю, потому что в основном только мы ходим в этот день. Но также не забывайте про институт и прочие другие работы, то есть... Короче, вам тоже капец, ребята, где бы вы ни учились и где бы вы ни работали. У вас тоже будет капец. Если вы, конечно же, не безработная дебилка или дебил. Да. И я, как видите, приоделся немного, вот. Вот такая вот я. Наверное, рубашка мне велика немного. Да может, немного, я выгляжу как просто. Аллах Акбар, какой жирный. Да. Галстучек мой классический, я постоянно в нем ходил. И хожу, не буду ходить. Есть, конечно, новый. Да. И надушился духами. Вы чувствуете, да, мой аромат? Чувствуете, нет? А, ну да, это же камера, вы не можете чувствовать. Почувствуйте мой аромат, да. Это аромат моих духов. Мне моя бывшая подарила их. Да, у меня есть бывшая. А у тебя даже не настоящая. Итак, давайте немного отойдем от образа школьника и как-то ближе к сегменту Ютуба подойдем. Ой, как всегда, наушнички. О, зашибенно. Фух. Итак, а сегодня я вам расскажу топ-5 способов самоубийства перед 1 сентябрем. Ребята, это видео сделано в юмористическом сегменте. То есть это как бы, ну, для того, чтобы поржать, а не для того, чтобы умирать. Первый, самый простейший способ это пуститься в полет, как свободная птица с балкона. Может, вы останетесь инвалидом и не умрете. Теперь второй способ. Вы можете пойти в вашу чудесную ванну и там захлебнуться. Третий способ можно использовать прямо, когда вы пойдете на 1 сентября. Задушите себя галстуком! Привет. Четвертый способ избавиться от школы, это взять такой вот прекрасненький ножичек, сделать вот так вот и... Ну, дальше, думаю, объяснять вам не надо. И последний, пятый способ, самый-самый легкий, вообще не надо будет напрягаться, не будет больно. Это вы только что посмотрели это видео. Да, поверьте, в школу вы больше не пойдете. А знаете, что надо сделать, чтобы точно не пойти, и это все сбылось? Надо поставить вот такой вот знак и снизу подписаться. И все будет окей, вы не пойдете в школу, и у вас будут круглосуточные пятерки все весь год. В общем, это было все. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, и снизу есть ссылка на офигенный канал с играми. Так что подписываемся. До новых встреч. С вами был я, Елик. Всем пока!